Всем привет-привет! Сегодня небольшой такой обзорчик, ну, повседневный, да, как говорится, что у нас да как. Вот. Как бы, как показать-то, начну вот с этого угла. И я извиняюсь, что у меня нет продолжения дальше. Бывает, я постараюсь в этот раз сделать полностью продолжение, но вот так вот как бы... У меня забываю я. Так, давайте снизу начнем. Здесь у меня вот так вот стоят сингониумы. Вот они у меня. Это не все, что есть, но просто им удобно мне вот так вот. Я уже знаю, здесь смотрю, что надо удобно и поливать их здесь. И удобно просто за ними смотреть, наблюдать удобно за ними. Вот этот надо, кстати, подрезать. Вот здесь видите, какой вытянутый. Вот этот вот либо рассадить, либо, как говорится, углубить побольше горшочек, да. Вот этот тоже надо, тоже куда-то чего-то где-то здесь. Вот этот маленький надо поставить поближе, наверное, к лампочкам. Так вот они у меня тут стоят. Так, тут у меня еще не распакованные растюшки. Надо распаковывать. Я распаковываю просто, и сразу надо искать, куда сажать. Потому что вот, помните, было это, я получала земля, ну, такая жесткая, я к такой земле не привыкла. И боюсь, не справлюсь я с ней, боюсь, залью. Я и так их либо засушу, либо залью, это 100%. Но здесь вообще капец будет. Так, здесь у меня стоит вот такой вот фил, крокодильчик, вот такой вот. Он просто немножко, вот, он у меня был подстрижен несколько раз, вот, обрезала я его вот здесь вот, и вот, вот почку он дал, и вот здесь вот, вот еще почечка у него. Больше я пока... Не вижу. Ну, вот вроде он вот так вот у меня, да? Его, кстати, надо полить, потому что здесь вот мой колиус загибается. Надо полить. По колиусу это, кстати, видно хорошо. Здесь у меня тоже беда бедовая. Почему-то вот, хоть я и уже и пересаживала, и все, что-то ей здесь не нравится. Видите, какой у меня сухарик здесь. Но вот дала вот новый побег. А вот это надо, наверное, еще отрезать. Я уже отрезала. Я отрезала вот от этой вот. Такую детеныша. Короче, надо мне с ней что-то как-то разобраться. Либо в мох. Как у меня вот сейчас в последнее время. Я все делаю. Не знаю, что делать. Делай, сажай в мох. Здесь у меня вот такой фикус. Мне дочь привезла. Его у меня почиканный, уже там наметились корешки. Так, а здесь у меня я порезала свою хою, не всю, просто срезала ус огромный. Это саровак, саровак у меня. Вот она, да, вот. И вот, еще вот он, черешок. Хою порезала, как она называется-то? О, Господи, дай Бог памяти, мультифлору. Так, вот это тоже дохло у меня здесь стоит. Что это? Так, дальше, что хочется. Я показываю только то, что более-менее. То, что плохо, вы сами увидите, да? Так, здесь у меня вот из бульбочек, забыла, как называется, алаказия. Медная, по-моему, потому что она вот такой вот у нее цвет, прям медный какой-то. Наверное, медная. Хои я уже не буду. Здесь хои-хои. Хои-хои. Это хои, это хои. Здесь хои, здесь хои. Уже не буду это на них останавливаться. Так, здесь у меня... Так, давайте отсюда. Здесь у меня вот подыхает папоротник. Ему не нравится. Я его планирую отправить тоже на балкон, наверное. И чем быстрее, тем будет лучше. Потому что там прохладно, там им нравится, там им все замечательно. Так, здесь у меня антуриум. Я забыла, как он называется, этот антуриум.
Вот, но надо будет все равно все как бы подписать, хорошо бы. Не подписано, вот присылаю тоже не подписанное, я забываю подписать. Я сама-то, да, забываю. Здесь у меня на укоренении вот стоял. Что-то вот, как-то никак-то. Сейчас мы его опять назад сюда подпихнем. А, так, не подпихивается. А потом я забуду просто, если сейчас не впихну, я потом забуду его. Ну ладно, постараюсь не забыть. Здесь ради рафидофора. Извиняюсь. Не надо в меня бросать камнями, что режет слух, что режет еще там кому-то что-то. Я знаю, что как серпом по одному месту, но вот как-то так. Вот она вот так вот идет. Вот его прям. Я думаю, надо как-то ее тоже удосужиться поставить на опору, потому что она вот, видите, сгорела под лампой. Упирается прям вот. Сейчас как-нибудь подлезу. Вот она упирается прям в лампу. Здесь вот сгорела. Вот сгорела. Сгорела. Ну, а что делать? А кому сейчас легко? У кого лучше, пусть сидит в своей красоте. У меня вот так вот. У меня это тоже хоя. Тут вот хои, тут хой. Листик это у меня отвалился, я подоткнула. Понятно, что он не пойдет, но он должен где-то стоять, пока вот, вот так вот он до конца не сделает. Почему-то у меня, не знаю, хой я все листики все так подтыкаю. Здесь вот пенатум. Вот такой вот, да, красавчик. Вот он. У меня их несколько. Кстати, я свой большой тоже уже почикала. И получается, что можно будет. Это у меня уходит сейчас как аморфофалус. Здесь маленькая бульбочка, поэтому он вот такой вот мелкий. Сорт не помню от него. Потому что я думала, он все загнется уже. Нет, даже запоминать не стала. Здесь вот еще одна лаказия. Здесь сейчас мы посмотрим. Марокко. Это Марокко. Это лаказия Нобелис. Вот такой вот. Малышки еще пока. Малышки. Так, здесь у меня вообще сборная солянка. Здесь вот. Вот здесь вот. Потому что здесь вот, видите, вот такая вот дисхидия. И еще что-то я отсюда... я отсюда отсадила лаказию Вельвет. Вот, я ее отсюда отсадила. Так, здесь у меня вот такая вот алаказия. Сейчас, нет, наверное, там у меня нету подписи на ней. Что-то тут вот осталось, остатки какие-то, но нет, там не увидно. Неувидимы. Так, здесь у меня алаказия Микки Маус. Сейчас мы сфокусируем, фокус-покус. Микки Маус. Вот, еле сохранила, тоже пришла она. Не очень в хорошем состоянии, но ничего. Так, там меня я опять туда как бы так подлезть. Как бы там подлезть, как бы. Если кто что увидит. Там у меня Монстера, но название я вам не скажу. Это не обликва, не манки. Ай! Бах у меня. Это вот с такими вот она должна быть вот такая вот. Вот такая вот там должна быть монстера. Так. Вытащила я сюда все свои алаказии, потому что вот я обрезала вот этот вот тортум. Я его обрезала. Здесь пустое место было. И я пока к нему сюда подставила алаказии, да? Сейчас. Это вот еще одна Марокко. Это у меня... Вильямс. Вот. Я жду, пока они подрастут, и я их тогда подпихаю большие. Это шкура дракона. Диффенбахия. Здесь вот у меня алаказия Гриншилд. Правильно, Гриншилд. Такая вот она. Листики еще маленькие, поэтому всей красоты не особо видно. Вот. Упала у меня писец, смотрите. Закидайте меня тапками. Чем хотите вообще, закидайте. Вот так у меня срач теперь здесь. А здесь у меня
Здесь у меня вот я высадила локачку. А, это вчера пришла локачка, я ее поставила сюда. Надо, наверное, смотрю, листик какой-то, не какой-то. Сейчас в тепличку я ее поставлю сразу, пока не забыла. И еще одна локачка где-то вчерашняя, которая приехала. Надо ее тоже, наверное, в тепличку. Там у меня чего-то сдохло. Надо достать тортум. Здесь что? Здесь не знаю чего. Мусорку. Этот у меня бересклет. С ним все хорошо. Он пошел в рост. Хорошо. Ему все здесь нравится. Так, здесь у меня тоже алакаська. Что тут она? Ствол хороший, а вот лист почему-то вот так вот она портит. Не знаю почему, не раскручивает. Что-то ей не нравится. Надо, короче, ее. Так, здесь у меня все в плачевном состоянии. Надо что-то куда-то. Не знаю, что куда. Здесь у меня тоже на последнем издыхании. Сейчас я подниму. На последнем издыхании у меня стоит, скажите, как его зовут? Ой, господи, боже мой, хотела быстро сказать и забыла. Было у меня несколько сортов, осталась вот одна вот эта вот и вот палка. И забыла, как я ее зовут. Страйбери. А вот как ее зовут... Страйбери-то эту. А, забыла. Она очень красивая. У нее... Извиняюсь. У нее очень красивые листья. Сейчас я вам... Вот. У нее очень красивые такие вот сплэшные листья. Вот она должна быть вот такие. Я забыла. Хоть убейте, вот собиралась и думала, что мне записывать, я все помню. И все, ну и ладно, ну и фиг с ним. Ну, забыла. Фил здесь вот такой вот у меня. Это вот такой же, как он там в углу стоит, который я показывала, да. Я думаю, я от него избавлюсь, мне кажется, потому что что-то... Ну, куда мне столько их? Это вот макушка от тортума. Вот она пошла в рост. Здесь корешки. Здесь даже вот, видите, он сломался, и вот на изгибон, но все равно он пошел. Так, здесь у меня алакаська. Вот такая. Я и не знаю, как ее зовут. Не могу вам сказать. Такая она мощная довольно-таки. Сейчас даже достану. Не сама для меня ее показать вам. Вот. Она не вытягивается. Видите? Не вытягивается. Вообще довольно-таки такая мощная. Кстати, здесь, наверное, уже как-то она деформировала стакан. Здесь вот уже смотрю эти вот луковки. Деформировался стаканчик. Вот луковки тут. Надо будет достать, либо пускай растет, пока будет у меня кустиком она. Да? Так, здесь у меня алаказия Black Velvet. Сейчас я достану. У меня тут, помните, все, наверное, знают этот Биг, что-то там. Этот стендапсус здоровый, который должен быть. Вот он весь у меня стоит. Стоит в самом лучшем месте. И вот такой вот он. Та-та-та-та-та-та-та. По губам себе. Так, здесь у меня позеленевшая детка от Marble Queen. Вот она. Мне присылали. Что у меня тут еще интересное? Что у меня тут еще из интересного? Ну, это Рео. Такое вот красивешное. Ну, это Хои опять. Хои. У меня же, я же хоишная душа-то, да? У меня в основном Хои. Вот. Я сейчас вам покажу что-нибудь такое интересное. Но интересное я что-то не найду никак. Получается, что я вам одни Хои могу показать. Это вот у меня от пня пошел Фил какой-то интересный. Название я уже вам не скажу, потому что я думала, он сдох. Я все повыбрасывала. Ой, сейчас я вот это вот достану. Вот это.
Ой, извиняюсь. Вот она. Это Монстера... забыла, как ее зовут. Скажите, как ее зовут? Забыла я. В общем, блин, тебе пока что поставлю. Вот такая вот она, Монстера у меня. И что-то она вот стала давать мелкие листья. Вот, дает мелкие листья. Что-то как-то... Может, ее на этот пустить, на ствол, на какой-нибудь. Здесь вроде ничего. Здесь мелочь, здесь мелочь какая-то. Ну ладно, разберемся. Короче. А, вот забыла показать. А филиандру тоже. Сколько я их загубила, сколько... Ой, ее, наверное, надо на фитиль ставить. А с фитилем я никак еще не решу. Вот. Ставить, что там ставить, куда ставить, как. В общем, это надо время и время. Вот, время и время. Так, вот здесь у меня, смотрите, какой красавчик стал. Он у меня был лысый, а теперь вот здесь ему понравилось место. Но отрезать мне его что-то страшно, хотя надо, смотрите, какой вытянулся. И переукоренить. Вот, это должен быть триколор. Какой он тут? Red Spot. Так. Вот. Он должен быть. Так, здесь у меня вот моя хоечка, моя красавишна. Моя, да? Красавишна моя. Ну, они все красавишны для меня. Здесь у меня филодендрон Шарони. Новенький мой. Вот он. Шарони. Вот. Стаканчики я очень люблю, потому что мне удобно за ними смотреть за корнями. Очень люблю я и стаканчики эти. Поэтому что хотите со мной делайте, но я в стаканчики как сажала, так и буду сажать. Так. Вот у меня еще есть вот такая вот алакаська. От нее вот такая вот. Я не знаю, что это за алаказия. От нее клубни я откопала. Вот она. Но я откопала от нее клубни. И, ну, отсадила. Вот она большая, как бы. Но вот пока в один лист. Не знаю, клубней было очень много. Надеток она очень такая плодовитая. А вот расти сама ничего тут как-то не растет. Так, что здесь у меня еще хорошего есть? Тут у меня как-то не как-то. Тут у меня... Ой, сори. Так, тут у меня вот... Кто это? Не знаю, кто. Вот такая вот она у меня. Девочка тут темная. А вот такая же тут светлая стоит. Вот она. Хои. Хоечки мои. Это у меня Альба что-то там. Вот. Этот у меня... Это филодендрон. Альба... Как же его забыла я. В чем я его резала тут. И вот он дал опять. Вот пошел там. Здесь тоже дал, по-моему, детку. Нет, это... Нет, вот я его как резала, и вот он опять пошел. Так, этот Мэллоу, мне кажется, вот это вот. Вот этот с такими листьями непонятными. Это Мэллоу. Я его тоже резала, и он вон там все равно тоже дал. Вот туда пошел. Куда он пошел расти? Так, это, по-моему, ругозум от вариегатного. Но вариегатного тут нету. Он обычный. Как показать? Такая вот у него сторона красивишная. Такая вот. Сейчас мы настроим фокус-покус. Такая красивая у него сторона. Но вариегатности у него нету. То есть от мамки он варигатность не принял. Нет, это не ругозум. Ругозум это вот. Да? Да, вот ругозум. Вот такой вот ругозум у меня. Вот он. Вот ругозум. А это я... А
это, сейчас я вам скажу, отвар, Крентум, вот, Крентум это, от варигатного. Но варигатностью здесь не пахнет. Ну и ладно. Так, дальше все хойки-хойки. И, наверное, уже... Хотите, вот эту болячку хойчиную покажу. У меня, видите, какая она? Это вот сначала засушила, потом залила. И вот у меня вот такие вот... Надо удалить этот лист. Но я его... Мне его жалко, потому что он еще жесткий, такой хороший. Тут хойчиная у меня болезнь такая. Вот бывает. Вот так вот. Вот. Наверное, будем закругляться. Наверное, все пока. Блин, лазила. Вот там у меня тепличка стоит. Я туда ставлю свои бульбочки, которые покупаю от Алаказии. И не закрыла. Вот. Что еще показать? Наверное, все. Здесь у меня стоит это вот гигантум варигатный. Это гигантум варигатный. Почему-то на один бок. Это у меня, скажите, как его зовут? Опять забыла. Этот голд. Тоже надо ставить на что-то надо ставить. Этот я забыла, как его тоже зовут. Это какой-то фил. Листья, конечно, молоденькие, классные выдает. Вот. Там у меня монстера. Я ее сюда принесла с балкона, чтобы она... Не знаю, мне кажется, там ей не нравится. Мелкие листья, все такое прочее. Это то, что выкопали с огорода оксалисы. Просто все, много чего стояло вот на, здесь на крышке. Сейчас назад все поставлю. Вот. Здесь у меня это с мусорки на укоренение стоит там в стаканчике. Здесь я обрезала свою красивую, суперкрасивешную то ли Виффенбахе, то ли, как она называется-то, то ли Агланема. Вот я ее тут... Здесь был у нее цветок, я его убрала. Вот ростик как бы в воде дала корни, но когда я ее посадила, что-то я корней не наблюдаю. Ну и ладно, мы не гордые, мы будем ждать. Мы подождем. Вот, я и определила самое хорошее место здесь. Вот здесь вот и свет, и все. Это вот я порезала свой вот этот вот. Сейчас снимаю, вот золотистый порезала свой. Да, здесь у меня фикуса красивый стоит. И что тут еще? А, еще такая сборная солянка у меня тут стоит. Филодендроны. И синк еще какой-то. Здесь все вместе. Вот это надо отсадить. Их надо рассадить. Они у меня все в одном горшке сидят. Сборной солянкой. Вот. Все буду рассаживать. Все буду. Не переживайте так. Если что-то кто-то там будет переживать, что все вместе, места мало, все такое прочее. Нет, я все рассажу их. Им будет все достаточно места. То, что у меня вот такой хаос, мне нравится. Такой хаос. Я люблю здесь лазить. Это мой хаос. Обожаю вот здесь, вот в таком вот, вот, вот в этом вот. Бывает, конечно, иногда вот так вот, но это мое. Как говорится, помойка это моя. Вот. Я хозяйка здесь. Вот как хочу, так и буду. Крутить, вертеть и горшки. Хочу в стаканчиках, хочу не в стаканчиках. Это вот я так хочу. Здесь что-то я, кстати, тоже посеяла, а что я так и не помню. А что-то я тут посеяла. А что я тут посеяла? Что-то тут, и тут есть. Не знаю. Взойдет, увидим. Не взойдет, бог с ним. Все равно забыла уже. Вот. Все, на этом всем пока-пока. Всем счастья, здоровья, любви, радости. Берегите себя, своих родных и близких. Всем пока-пока.